Добрый день. Ждем, давайте, наверное, пару минут и будем начинать. У нас сейчас 83 человека. Давайте, было бы круто, чтобы хотя бы 100 подключились, и будем начинать. Так, звук фонит. Плохо. Уже не фонит. Супер. Если что, буду отключать камеру, да? Доброе утро всем. О, 97, супер, 3 человека ждем и начинаем. Добрый день, добрый день. Ну все, 100 человек. Отлично, поехали. Доброе утро, коллеги, добрый день. Наверняка вы подключаетесь из разных мест, из разных городов. Поэтому пишите мне, пожалуйста, откуда вы, пишите, какие агентства представляете. Я люблю двустороннюю коммуникацию. Меня зовут Дарья Чумаченко, я представляю департамент туризма и коммерческого маркетинга, более известный как департамент туризма Дубая или Visit Dubai по нашим официальным аккаунтам в социальных сетях, наверняка вы знаете. Сегодня я для вас подготовила, сегодня у нас с вами достаточно времени, то есть не нужно никуда бежать. Обычно я стараюсь 15 минут уложить как можно больше информации. Поэтому сегодня у нас целый час, так что можно спокойно общаться, разговаривать. Я предлагаю начать свою презентацию с обстановки, да, потому что это самый такой интересный момент сейчас. Все меняется на глазах. Что сейчас в Дубае, какая обстановка, сколько заболевших, какие новые правила, связанные с вирусом. О, кстати, брат, супер. Ну, я лично из Искута, Лариса пишет, да? почти земляки. И далее мы с вами... Дальше, если у нас останется время, я вам покажу видео, которое мы в последнее время сделали, расскажу, как ими пользоваться, потому что мне важно, чтобы вы не только прослушали, да, и вот что-то для себя оставили, а чтобы вы также пользовались информацией. У нас столько всего есть на самом деле, и мне такое ощущение, что порой эта информация не доходит до самих агентов. Поэтому, поэтому давайте... Моя основная цель сегодня донести до вас, что у нас огромная медиатека, у нас много интересных инструментов. И если вы действительно хотите стать экспертом по Дубаю, мы все для этого сделали. Ну что, давайте начинать. И, конечно, буду смотреть периодически на ваши вопросы и постараюсь на них ответить. Так, следующий слайд. Итак, ну, не секрет, что Объединенные Арабские Эмираты у нас открыты 7 июля 2020 года. Это было такое очень стратегическое открытие, да, потому что мы одна из первых стран, которые сказали, знаете что, все, достал этот вирус, мы готовы принимать туристов, но есть определенный свод правил, да, то есть, к сожалению, это не так, как было раньше, да, ты просто купил билет, и ты уже в пятницу пошел на работу с паспортом, и в пятницу ты уже куда-то вечером летишь. Сейчас это немножко посложнее, то есть нужно хотя бы, чтобы было у тебя 24 часа, да, перед принятием решений. Но, тем не менее, мы открылись специально для этого, потому что мы знали, что будет очень много проблем. Очень будет ситуация для всех беспрецедентная. Мы не встречались с ней до этого. Поэтому, да, мы набили очень много шишек. У нас до сих пор поступают вопросы, на которые мы не знаем, как ответить. Но с каждым днем этих вопросов становится все меньше и меньше. Так вот, Дубай рад приветствовать гостей всех возрастов. Визовые правила остались теми же самыми, да, то есть для граждан Казахстана, России, Украины совершенно нет виз, да. Пожалуйста, приезжайте, как всегда, виза к прибытию ставится в штампик, ничего в этом плане не изменилось. Но у нас появилась так называемая правила, да, то есть мы пускаем гостей, у которых негативная справка, у которых справка на коронавирус негативная, и она должна быть
не старше 96 часов, да, то есть вот с момента того, как у вас взяли тест, да, и до момента, как вы прилетели в Дубай, вот вы стоите на границе с паспортом, эта справка должна быть не более 96 часов. Ну, сейчас вначале сложно было, да, вот мы получали количество, не знаю, миллионы сообщений, да, с негативным фидбэком, что нет возможности сдать тест, нельзя просто так пойти в больницу и сдать тест. Но сейчас вроде бы потихонечку эта ситуация налаживается, в принципе, особенно с Россией, Украиной, вот вопросов таких больше не возникает. Важное правило, о котором я хотела бы сразу уточнить, да, россиян и жители Украины тестируют и других СНГ стран, на самом деле, и Казахстан тоже, и Таджикистан, тестируют по прибытию в Дубай повторно. Для чего это было сделано? Да? Ну, я буду с вами откровенна и скажу, что первое, есть до сих пор такой момент, что можно подделать справку в наши страны. Да? Я уверена, что вы все турагенты, что вы этим не занимаетесь, вы, наоборот, рекомендуете какие-то очень официальные клиники, лаборатории, но, тем не менее, такой момент, он до сих пор есть. Второй момент. Мы хотим, чтобы туристический поток увеличился, да, вот у нас с июля, то есть первое время у нас с конца марта по июль у нас было ноль туристов, просто ноль, да, представляете, в Дубае без туристов, пустынные улицы, машин нет, молы пустые, это очень страшно, это как в фильме ужасов было, да. А потом туристы начали приезжать, и, конечно, количество кейсов тоже возросло, да, количество заболевших. Так вот, мы хотим эту цифру минимизировать. Для этого тесты проводятся в аэропорту по прибытии, да, то есть вот для определенных национальностей. Не для всех, но для большинства. Там не проводится буквально для каких-то европейских стран, для Великобритании, для Германии, Италии, еще пару стран. Для остальных проводится Бразилия, Индия, Америка, Россия и так далее. Так вот, вот важный момент, сфотографируйте этот слайд, пожалуйста, да, если у вас туристы полетели, в идеале тест должен выйти в течение 24 часов. Он вам придет либо для смс-сообщения, в котором будет сказано: господин Иванов, вы негативный, пожалуйста, наслаждайтесь отдыхом в Дубае, либо есть такое прекрасное приложение DXB как код аэропорта Дубая, да, Дубай COVID-19, его тоже всем туристам необходимо скачать, об этом еще поговорим попозже. В нем тоже отображается, да, когда придет вам оповещение на телефон, что тест негативный. Но вдруг вот что-то произошло и не пришло сообщение, а приложение не обновляется, что делать, куда бежать? Вот, пожалуйста, на сайт вот этот вот заходим, Pure Health, там можно вбить паспорт гостя, да, и номер паспорта гостя и дату рождения, у вас информация на нем точно отобразится. С телефона не работает, пробовала много раз, используйте, пожалуйста, вот версию компьютера, да, либо можно позвонить по этому телефону, тут те же самые данные предоставить. По Дубай эксперту One Profit Travel отпишется: не переживайте, всех привезем в Дубай, не переживайте, мы свое обещание держим, возможно, это не будет в этом году, точнее, не все 150 человек победители приедут в этом году, но мы свое обещание сдержим, не переживайте, мы в этом плане достаточно держим свое слово, да, тут спрашивают про Дубай эксперт, мы очень хотим к вам. Супер, приезжайте. Я, кстати, сейчас нахожусь, забыла сказать, в Дубае, да, вот в районе Марина. Сзади меня прекрасные небоскребы. Я потом, возможно, повернусь в другую сторону, показать вам морюшко. На Пальму, там как раз вот сейчас строится гавань, да, видим небоскребы, супер. Да, чтобы как-то вас вдохновить. И у нас прекрасная погода, сейчас температура как раз опускается. Сейчас 29 градусов, прекрасная погода, да, море, наверное, 23-24. Так вот, да, возвращаясь к тестам, вот
сфотографируйте, пожалуйста, этот слайд на случай, если вдруг гость не получил по какой-то причине тест, можно зайти с компьютера, да, не с мобильной версии. С мобильной версии у вас будет там долго-долго-долго грузиться, и в итоге ничего не загрузится. Либо позвонить по этому телефону. А, далее. Ну, я не знаю, сколько раз еще можно это повторить. Здоровье и благосостояние туристов, граждан и туристов, приезжающих в Дубай, да, в смысле граждан, проживающих здесь, как экспатов, так и местного населения, является основным приоритетом. В этой стране есть министр счастья, вот, ministry of happiness, да, поэтому ну, никто не хочет, чтобы мы тут болели. Поэтому ситуация действительно под контролем. У нас к сегодняшнему дню, вот я готовилась, я посмотрела, было проведено практически 12 миллионов тестов. Они не уникальные, да, но 80% населения хотя бы раз прошло этот тест. Я лично 3 раза уже проходила, да, это говорит о том, что если, ну, случаи, вот они не какие-то такие гулящие случаи, да, а действительно мы знаем, кто заболел, а кто не заболел. И это действительно очень важно. Это позволило Эмиратам как раз-таки войти в десятку стран с самых безопасных и те, которые как раз справляются с глобальной пандемией. Почему, собственно, и туристы стали ехать, потому что они поняли, что, ага, если я еду в Дубай, я знаю, что моя безопасность, она гарантирована. Есть определенный свод правил, да, вот этот вот чек-лист, который я знаю, что персонал будет всегда ходить в масках, в перчатках, я знаю, что в лифте не будет, да, вот как 10 человек стоять, как сардины в масле, да, кнопки, вот эти вот точки соприкосновения будут всегда дезинфицированы. То есть вот эти вот все моменты, они действительно позволили нам выйти на определенный уровень, и туристы доверяют, приятно видеть вообще сейчас туристов, особенно вот русскоговорящих, мне лично очень приятно, я когда теперь слышу их речь, ну, слава богу, я делаю все правильно со своей стороны. Так, давайте немножко посмотрим на вопросики. Не успела сфотографировать, сейчас вернусь на слайд. Дважды делать тест и говорят в аэропорту. Детям, да, важный вопрос про детей. До 12 лет, да, если ребенку 12 лет и более, то да, 2 раза, если до 12, то вообще не нужно никакие тесты делать. Итак, в Дубае, значит, у нас 3 основных правила, да, вот для туристов. Я вот всегда люблю цифры, поэтому запомните, пожалуйста. Первое, будьте готовы к тому, что у вас проверят температуру, то есть не нужно стрессовать, не нужно, вот, если к вам подошел охранник или хостес, да, когда вы зашли в ресторан и спрашивают температуру, ну, дали ему ручку, он измерил температуру, в принципе, проблем не должно возникнуть, да. Либо если вы заходите в аэропорт, либо вы заходите в Dubai Mall, Mall of Emirates, какое-то такое заведение, которое предполагает большое количество людей, то, конечно, это будет термосканер, вы вообще не поймете, что у вас кто-то там сидит и проверяет температуру. Вот будьте готовы к этому. Второе, ну, соблюдайте дистанцию, пожалуйста, да, сами. У нас есть памтрипы, да, которые приезжают, я слышу этот фидбэк постоянно от ательера, да, приезжают памтрипы, вроде бы турагенты, да, но 20 человек ходят вместе, дистанцию не соблюдают, маски опустили, где-то они на подбородке у них болтаются. Ну, пожалуйста, найдите себе какую-то дышащую маску. Сейчас этих масок миллион. Ну, поверьте, я почти хожу в очках, да, мне первое время было очень тяжело, я вот это вот ежик в тумане, но ничего нашла. Сейчас даже привыкла, сейчас я уже сама делаю замечания тем, кто не носит маску. Поэтому ну, давайте просто вот как-то абстрагируемся, да, и будем настроены на хорошую волну, все для вашей же безопасности. Ну и третье, вот, как, собственно, уже сказала про маски, да, расскажу вам, как проходит этот масочный режим. Есть теория, есть практика, да, по сути, вы должны быть всегда в маске. Ну, естественно, если вы находитесь на пляже, если вы в воде, ну, здесь включается здравый смысл, зачем я на пляже маска, зачем я в воде маска. Конечно, вы снимаете. Если вы едете в машине, и только вы едете со своей семьей, больше никого нет, пожалуйста, опустите маску, нет проблем, да, то есть
пусть она где-то у вас рядышком будет, в кармане или где-то в сумочке. Ну, не надо в маске в машине ехать. А, третье. Вышли вы на пробежку, на какую-то активную велосипедную прогулку, тоже, да, зачем вам маска? Это даже, на самом деле, как бы вредно, да? Поэтому в остальных случаях зашли вы в молл, зашли вы в ресторан, да, пока идете к своему столику, конечно, когда вы сядете принимать пищу, то снимаете маску, да, это не будет вот так, да? Поэтому маски пока что вот у нас есть. Да, хотя многие пишут, что а вот в Сочи нет, а вот там где-то еще нет. Ну, а в Дубае есть. Но при этом у нас количество зараженных очень маленькое. Да, вот, да, вот на следующем сайте будет у нас количество заражений. Итак, вопрос сейчас быстро посмотрю. Пойти ответила. Что будет происходит с туристом, если результат на ковид будет положительным? Хороший вопрос, сейчас его обсудим. Ну, если положительный, то если вы бронируете через принимающую сторону, да, пожалуйста, звоните в свою принимающую сторону, так называемый DMC, и они уже прошли через эти моменты, и они, конечно же, вам помогут. Но сразу несколько оговорок. Если турист летит в Fly Dubai и Emirates, да, то у него автоматически включено покрытие карантинных расходов, плюс билет обратно, так как билет, ну, в 99% случаев турист не летит на 2 недели, да, то есть он летит там, на 5, 7, 8, 9 дней. Да, то есть если вот турист прилетел, он положительный, он прилетел Emirates или Fly Dubai, он звонит по их горячей службе, на сайт заходит, вся информация есть, да, либо принимающая сторона, и к нему приедут на машине и отвезут вот как раз вот этот вот стационар. Я не обещаю, что это будет Mandarin Oriental или Jumeirah отель, да, но это будет какой-то гараж, да, или, не знаю, санаторий, непонятно где находящийся. Поэтому это будет чистое, нормальное помещение, да, в котором туристу нужно будет провести 14 дней и обратно полетит уже, получается, на новом рейсе. Вот такая вот пока что схема. Emirates продлили до 31 декабря эту акцию. Изначально она у них была 31 октября. Вот точно только на прошлой неделе или дней 10 назад они, по-моему, опубликовали продление. Fly Dubai до 30 ноября. Да, до 30 ноября. Я думаю, что они тоже это продлят. Если турист летит не на Fly Dubai и не на Emirates, да, тогда, дорогие мои, пожалуйста, организуйте страховку, покрывающую карантинные расходы в Дубае, да, если летит Аэрофлотом или там МАУ, какими-то Air Astana и другими авиалиниями. Пожалуйста, делайте страховку, да, которая покроет, не знаю, хотя бы покрытие 40 тысяч евро, какое-то такое. Так, дальше. Ну, какая температура считается критичной? 37,5, да, вот 37,5, они уже начинают задавать вопросы. Но на самом деле у меня такое было один раз, я шла с горячим кофе, да, и мне вот тоже сказали: девушка, у вас температура повышена. И я просто вот поставила кофе где-то рядом на сиденье, посидела 5 минут, проверила температуру, все нормально. То есть бывают такие случаи, ну, со мной лично такой произошел. То есть вас сразу не выгонят, вас попросят посидеть, да, ну, мало ли, я не знаю, перегрелись, да, и подойти заново через 5-10 минут. Ну, если температура 37,5, будьте готовы, что вас могут не пустить. Маски нужно носить на улице в том числе, да, маски на улице в том числе. Но опять же, если вы идете и действительно никого нет, ну, припустите ее, ну, пусть она будет у вас в кармане где-то, никто вас за это не оштрафует. Если вы идете и гуляете по району Марина, да, и там действительно очень много людей рядом, да, кто-то на велосипеде, кто-то на электрическом скутере, кто-то бежит, ну, да, в маске нужно находиться.
Если у одного из туристов по прилету обнаружат ковид, забирают всех туристов или одного? Нет, вот одного. Естественно, одного, которого обнаружили. Это в стационаре сидеть. Ну, стационар может быть, смотрите, это не больница. Это может быть больница, это может быть отель, да? То есть четко я вам сейчас не могу сказать, что турист попадет вот в какое-то определенное... Это уже решает Dubai Health Authority, Министерство здравоохранения местное. А пляж закрытый тоже не гарантирую, но предполагаю, что пляжа закрытого нет. Питание и лечение включено. Я могу вам отправить горячую линию Fly Dubai и Emirates, и с ними уточняйте, да? Ну, а если своя страховка, то это тоже нужно уточнять заранее. Насколько я помню, по-моему, питание не включено, либо там какая-то доплата за это есть, но я, пожалуйста, не принимайте мои слова, не принимайте мои слова вот как есть. Я вам сейчас отправлю чуть попозже горячую линию. Итак, давайте продолжаем наш разговор. Что у нас открыто, что у нас закрыто на данный момент? Ну, мне легче сейчас сказать, что открыто, собственно, все. Открыто все, кроме ночных клубов. Потому что в ночных клубах очень трудно соблюдать социальную дистанцию, очень трудно находиться в маске, да, если это особенно закрытый клуб, да. Поэтому, ну, главное – это социальная дистанция, потому что в ночных клубах как раз социальная дистанция, она цель там такая, что, чтобы ее не было, да. Поэтому ночные клубы пока закрыты, хотя, опять же, бары открыты, пожалуйста, особенно если это бар с открытой террасой, верандой, и в барах зачастую уже начала играть живая музыка. Вот как-то так. Со вчерашнего дня, вчера вышла новость, что уже можно проводить свадьбу в Дубае, да, до 200 человек, если я не ошибаюсь. Ну, конечно, с предписанием всех с мерами предосторожности и так далее. То есть на данный момент у нас только закрыты ночные клубы, все остальное открыто. Да? Тематические парки, не знаю, скайдайвинг, Green Planet, да, тропический лес посреди города, Буш-Халифа, танцующие фонтаны, зип-лайнс на Марине. Большинство отелей, особенно если у отеля есть своя береговая территория, свой пляж, тоже открыты. А, ну, некоторые городские еще остаются открытыми, потому что нет как раз вот такого туриста, который останавливается в городских отелях. Да, у нас на данный момент у нас нет туристов из Саудовской Аравии, они как раз выбираются сюда. Даунтаун, да, и центр города, поэтому про городские отели уточняйте отдельно, но гарантирую вам, что большинство отелей со своим пляжем, они, конечно же, открыты. Ну вот, как раз смотрите, на слайде у нас сайт, на котором самостоятельно можете проверять, сколько заражений сейчас в Дубае, либо на вот этом приложении, которое я ранее уже говорила, Дубай COVID-19, да, которое всем туристам по прилету нужно скачать. Но на самом деле, если вы его не скачали заранее, да, перед вылетом, то в аэропорту вы увидите вот такие вот баннеры, которые там с QR-кодом и со всеми. Вот, ну, то есть вы в любом случае его скачаете. Если нет смартфона, ну, говорите просто. Если вас спросят, скажите, ну, сори, у меня нет смартфона. Я решил, да, не следовать диджитальному цифровому пути развития, у меня нет смартфона. Ну, на самом деле на это закрывают глаза. Да, ну на сайт все заходим, смотрим. Но за все время, с марта месяца, у нас 115 тысяч диагностированных случаев, из которых 3%, да, полностью излечились. Ну и вот 463 смерти, да, это 0,2% или сколько. Да. И предполагаю, что у этих людей, к сожалению, были какие-то сопутствующие заболевания, поэтому они, к сожалению, умерли. Далее. Для детей все развлечения открыты? Да, Ольга, знаете, только не открыт сейчас Legoland. Legoland открывается в декабре. Ну вот из всего комплекса Dubai Parks and Resorts у нас остаются закрытыми вот Legoland, Riverland и Hollywood Park. Только открыт там сейчас Motion Gate, вот по мотивам всех этих голливудских фильмов, как «Приручить дракона», да, там «Мадагаскар» и так далее, «Шрек». Но там есть деревня смурфиков, то есть для любого возраста, там и детям, и взрослым интересно. А вот Legoland пока закрыт, тоже знаю, что ребятишки любят туда ходить.
Игорь, слышу вашу, понимаю вашу боль и ничем не могу помочь на самом деле, да? Кому-то приходит в течение 8 часов, кому-то в течение 24 часов. Объясняю, как это работает на практике. Да? Вы всегда можете предложить туристу воспользоваться услугами мархабы. Мархаба, да, уверена, большинство из вас знает, что это такое. Туристы прилетают, их встречают с табличкой, с табличкой отдельный человек, ведет их в маджилис, так называемый арабский шатер, где туристу ставят, сканируют сетчатку глаза, да, и ставят печати в паспорте и проводят тестирование. В этом случае, как правило, тесты выходят очень быстро, да, и турист сам выходит из аэропорта достаточно быстро. Для простых смертных, для всех остальных, да, опять же, у меня прилетала на той неделе мама, в течение 8 часов получила тест. Прилетала у меня командировка, 48 часов, тесты не пришли. Мы живем в такое беспрецедентное время. А, особенно если это на выходные прилеты, да? Вот почему-то на выходные всегда тесты задерживаются. Ну, пока что так. Но опять же, смотрите, есть отели, которые, прочитав правила, да, они такие, ага, так, туриста не выпускаем, пока у него не будет негативного теста. А, да, нет, то есть, не знаю, сели там на отдельном этаже, либо там стоит security и смотрит, чтобы турист не выходил из номера. Да, это неудобно. Прекрасно понимаю вас. Я вас тоже... Ну, но отель тоже не хочет, чтобы его персонал заразился. И в это время вы знаете, что многие отели уволили очень много людей, и они не хотят вот оставшихся еще уволить. То есть отель тоже не хочет на себя брать ответственность. Но есть отели, которые... не могут гарантировать, да, вот чтобы гость выходил-заходил, это большие, огромные properties, да, там невозможно контролировать, но в этом случае просто будьте аккуратнее, да, выходите из номера, если вас там никто не прессингует, ну, не знаю, масочку, может, как-то социальную дистанцию держите, да, тест придет, то есть в любом случае придет, и, пожалуйста, звоните по номеру и на сайт, который я давала, и жалуйтесь, да, говорите, что мне вот, у меня туристы, им нужен тест, где он? То есть опции всегда есть. Выход или не выход из номера регулирует отель, да, отель. То есть ну, большинство отелей на самом деле закрывают глаза. А Мархаба гарантирует быстрое прохождение теста, да, да, это 100%. Но опять же, Игорь, вот, смотрите. Если у вас прилетел самолет, да, перед Новым годом летит очень люксовый клиент, и все заказали мархабу, то выстроится в очередь на мархабу. Вы должны это понимать. Если турист летит в какой-то там shoulder period, как мы это называем, да, вот вообще не сезон, то наверняка он будет единственный, и ему результат придет через там несколько часов. На обратном пути, ну, нет, конечно, не нужно сдавать тесты. И тоже очень часто задаваемый вопрос, платные ли тесты в аэропорту, конечно, бесплатные, иначе никто не полетит. Вы и так уже, ну, билеты намного подорожали, да, особенно вот из России, Аэрофлот и Эмирес, дорогие билеты сейчас. А, плюс тесты на семью, каждому по там разные цены сейчас варьируются, да, на тесты. Поэтому тесты в аэропорту, они бесплатные. Ну, конечно, купаться без масок, Александра, это... Как вы будете купаться в маске? Это здравый смысл, просто, ну, естественно, без маски. Евгения, я номер телефона уже, собственно, на прошлом слайде был. В России вы не сможете никуда позвонить, то есть в УАЭ только нужно звонить. Далее. Ну вот, все уже сказала, собственно, что открыто, что закрыто на данный момент, да. Считайте, что все открыто, кроме ночных клубов, да. Если у кого-то есть отдельные вопросы, пожалуйста, пишите, я постараюсь вам помочь. Куда надо загрузить результат теста с данной ранее еще из Москвы? Никуда загружать не нужно, вы его просто покажете в аэропорту. Так, далее. Требования по прилету. Ну, тоже уже мы с вами поговорили.
пожалуйста, страховку для всех оформляйте, да, под открывающие расходы на карантин, на лечение, на питание, что немаловажно. Чтобы, молчу про то, чтобы паспорт там не заканчивался завтра, да. Две формы нужно будет заполнить. Это Health Declaration Form, декларация здоровья. Декларацию здоровья выдаются в аэропорту. Если вы такие обязательные, пожалуйста, распечатайте эту Health Declaration Form, дайте туристу, пускай он заполнит дома, спокойно, чтобы он в аэропорту там не искал ручку, не искал, куда приложить, чтобы заполнить форму. Эта форма нужна для всех пассажиров. И Quarantine Undertaking Form, ее выдают в самолете, да, и уже иногда забирают стюардессы сами, иногда прилет забирает уже сотрудник штатов, да, таможенник. Это вот карантин undertaking form, декларация нести расходы в случае карантина, да, но опять же, если летите по Dubai Emirates, то авиакомпании сами берут на себя эти расходы, ну, а если есть страховка, то страховая компания берет на себя эти расходы. А зарегистрироваться в приложении, вот оно вот так называется, COVID-19 DXB Smart, да, там зелененькое такое, про тесты поговорили. Ну и на сайт на наш заходите, если какая-то информация меняется, мы стараемся ее публиковать сразу же. Так, сейчас я вам отправлю, в конце отправлю декларацию на английском, да, на английском, но там ничего страшного такого нет, там имя латиницей, где вы будете проживать, и телефон, имейл, ну что, какая-то такая информация очень, очень стандартная, то есть любой сможет ее заполнить. Почитать про страховку Fly Dubai Emirates. Ольга, заходим на сайт Fly Dubai Emirates. Информация есть на русском языке в том числе. Если интересно, если хотите, отправлю вам ссылку. Декларация есть пункт вместо себя указать в компании или страховую компанию. Ну, не уверена. Заходите на сайт, скачивайте форму и смотрите. Далее. Да, это такой небольшой слайд, извините, что на английском, но я бы все равно хотела про него немножко поговорить, да, вот какую поддержку оказало правительство для туристического сектора в Дубае, да. Ну, во-первых, вот есть так называемый туризм дирхам фи, это налог на туриста, он взимается с каждого номера per night per room, да, за ночь, за комнату, да, то есть неважно, в комнате может быть 4 человека, может быть 1 человек, для 5-звездочных отелей он 20 дирхамов, для 4-звездочных 15, для 3-звездочных и там всех апартаментов он 10 дирхамов. Так вот, с 1 июля по 31 декабря получается 50%, раньше отдавали налог в казну, сейчас себе отель забирает 50%, это раз. Ну, далее, вот эти всякие там налоги тоже вот до 31 декабря, муниципалити финиш, тоже там отель себе забирает. То есть много таких интересных инициатив, которые мы дубайское правительство внутренне поняли, что да, все страдают, и закрыли глаза, либо дали отелю хоть как-то выжить. Поэтому вот эти вот cancellation, postponement fee, то есть и вы... Видите, да, кому интересно, можем отдельно с вами на эту тему пообщаться. Далее. Вот хороший вопрос. Летим S7, партнер Emirates, рейсы у них объединенные из Москвы. Конечно, будет, конечно, будет. Вы в итоге прилетаете в Дубай на Emirates. Про ивент тоже уже с вами поговорили, да, ивенты потихоньку начали проводиться с мерами предосторожности, да, с социальной дистанции, с масками. Прошу прощения. Дубай Опера открыла свои двери, да, у них уже там несколько концертов появилось. Тоже заходим на сайт, смотрим. Ну, конечно, с лимитированной вместимостью, да, по-моему, 30%, если не ошибаюсь, в зависимости от сетапа, да, какой-то ивент. Далее, что у нас еще? Ну, просто похвастаться, да, такой небольшой слайд, да, как мы в Дубае не сидим на месте и стараемся мотивировать гостей, мотивировать вот работать на consideration. Что такое consideration? Чтобы
те туристы, которые не думали, да, раньше о том, чтобы поехать в Дубай, а таких очень много, которые съездили, например, один раз в Таиланд, Вьетнам, все, влюбились в страну, все нравится, и там нравится, ценовая политика нравится, местное население нравится, или Турция вот тоже сплошь и рядом, да, мы как раз-таки работали над consideration, как мы можем повернуть и вот их мышление и, собственно, перенаправить их на Дубай. Вот смотрите, мы на Expedia мы в пятерку стали направлений на 21 год. Вот Virtuoso тоже, кто знает, это тоже такой, это супер закрытая такая система, в которую просто так не войдешь. Ну, Booking.com мы всегда в виш-листе их находимся, и я думаю, что продолжим находиться. Дальше. Мы не сидели просто так, полгода, да, мы думали, как бы нам еще, что бы нам еще сделать для того, чтобы обеспечить безопасность гостей. Так вот, мы внутри Дубай Туризма придумали так называемый штамп Dubai Assured. Мы выдаем его не только отелям, но и ресторанам, отдельным достопримечательностям, молам, пляжам и другим объектам инфраструктуры. Этот штамп выдается на, собственно, на 2 недели. После 2 недель у нас команда инспекторов приезжает и заново патрулирует объект. То есть они действительно смотрят, носит ли персонал маски, перчатки в некоторых вещах, в некоторых заведениях, да? Действительно ли дезинфицируются поверхности, особенно вот банковский терминал, либо там кнопочки в лифте, да? Действительно ли в лифте 2 человека стоит вместо 10, ну, а не 10? И вот много-много других, у них прям целый свод правил, там 40 страниц, сколько-то я проходила, думаю, вау, ну, то есть они соблюли все, действительно соблюли все. Таких enhanced hygiene standards, да, вот, такой гигиены не то чтобы давно не было, но она очень повышенная сейчас на данный момент. Персонал тоже в некоторых учреждениях должен проводить такие вот тесты на ковид. То есть много-много-много всего. И что мне нравится в этой инициативе, то есть штамп выдается на 2 недели. После 2 недель его могут забрать. Да? Но если вы его видите, это говорит о том, что наша команда инспекторов приехала и действительно убедилась в том, что здесь безопасно. Поэтому смотрите, вот такой штампик у большинства отелей он есть, особенно Джумейра, Атлантис, Мариоттовские бренды все, Хилтоновские. Поэтому вот такой протокол имеется. И еще один немаловажный момент. Мы, собственно, не думали, не гадали и получили награду от Всемирного совета по туризму и путешествиям. Он признал Дубай одним из самых безопасных направлений в мире. Вот такой зелененький, да? Его тоже вы увидите везде и в аэропорту, и в самолетах, и в отелях. Вот. Не хотим, чтобы у нас его отняли, поэтому делаем все для того, чтобы соблюсти безупречные стандарты гигиены и безопасности. Давайте немножко отвлечемся и сейчас посмотрим парочку видео. Да, вот я сегодня 3 для вас подготовила. Это видео will see you soon. Увидимся вновь. Увидимся скоро. Мы его запустили как раз-таки, наверное, в июне, да, за месяц до того, как мы открыли свои двери, да, чтобы сказать вам, а вот Дубай так, и мы готовимся к приезду гостей. Давайте посмотрим, и далее я еще с вами побеседую. We've been waiting. Dreaming. Looking forward to when we meet again. We've also been preparing, getting ready, knowing the time to see each other comes closer with every rising sun. We promise to welcome you with open doors, to make your journey extraordinary, and your well-being our priority. We said we needed a moment. And it will only be a moment more. Dubai. Darna. Home. We will see you soon.
сейчас должен появиться звук. Это как раз видео, которое мы запустили 7 июля, когда открылись. Да, Ready When You Are. Прекрасный слоган, мне кажется, это вообще наш самый лучший слоган за все время. На русский мы его перевели «Ждем только вас». Поэтому давайте тоже сейчас видео быстренько посмотрим. Поехали. We made you a promise that we would see you soon. That time has come. We're ready to welcome you with open doors, to share your journey of discovery, making your well-being our priority. And today, we make you a new promise that our home, the Bay, is ready for you to visit once again. We promised to make it extraordinary. Now, we promise it will be so much more. We are ready when you are. Коллеги, я вам тут пока скидывала ссылочки на Emirates, да, где можно прочитать про вот покрытие медицинских расходов, да, и, ну, вообще про правила. Они постоянно эти ссылки обновляют, поэтому просто заходите. По-моему, у них на русском тоже есть, но я скинула на английском, меняйте вверху язык. Ну, вот видео, мне кажется, очень классное, такое прям мурашки у меня до сих пор. Ну, давайте еще немножечко пообщаемся по Дубаю. Сегодня отличная группа. Сегодня хотела вот сказать вам очередное спасибо, да, особенно команде Profit Travel за то, что вы всегда постарались, пригласили и достаточно времени уделили для того, чтобы агенты зарегистрировались. И я вижу, что вам интересно, много вопросов, обожаю много вопросов. Ну, давайте, не могу не сказать про нашу уникальную платформу Profit Travel. Кто еще не знает, наверное, таких уже вот из 163 слушающих, наверное, может быть 1%, да, но все-таки она у нас есть, она у нас на 12 или 13 языках. Английский, арабский, польский, русский, естественно, поэтому выбирайте язык, да, и проходите. Я сразу говорю, что кто-то проходит ее за 3 часа, да, есть такие вот у меня вундеркинды. Кто-то проходит за 3 года, но, тем не менее, возвращается, уже там несколько турагентств поменял и заново проходит. Поэтому все в ваших руках. По-моему, все в ваших руках. Ирина, напишите мне, пожалуйста, имейл, мы с вами разберемся. Сейчас я вам отправлю свою электронную почту. На самом деле, все бывает. Технологии не... совершенно. И поможем вам. Ссылочку на игру, что ли, нет у нас на сайте, что ли? Ссылку на игру я прошу Profit Travel команду отправить. Я уверена, что они нас сейчас слушают, я отправлю. Так вот, в игре 27 заданий, 25 видеороликов. Вы можете подходить, заходить. Да, то есть не нужно вот ее зарегистрировавшись сразу пройти, можете к ней возвращаться с телефонной версии, если хотите, с мобильной версии, с имейла, да. Ну и в конце вы получаете сертификат о окончании, знаете, настоящим Дубай-экспертом. Для тех людей, кто посмотрит все видео и ответит на вопросы, с первого раза получают Дубай-эксперт плюс, да, такую вот награду. Поэтому очень вам всем рекомендую. Так, а что вы мне имейл скидывать? Это те, кто не могут зарегистрироваться или что? Sorry, Дубай Туризм.
Прошу прощения, там 2Б, Дубай туристов с одной Б, да? Сейчас правильно. Напишите мне на этот адрес, чтобы команда технических специалистов посмотрели, почему у вас не получается зарегистрироваться. Далее. Ну, небольшая тоже информация. Дубай, все праздники, собственно, все ярмарки, да, шопинг-фестивали, они на какое-то время прекратились, да, ввиду пандемии, но потихонечку начинают возрождаться. И мы недавно подтвердили как раз-таки Дубай шопинг-фестиваль. Даты еще неизвестны, скорее, ну, как всегда, это будет точная дата, я имею в виду, неизвестно, но, как всегда, это будет конец декабря, конец января, в течение месяца. Огромное количество распродаж, фейерверки в разных частях города. Да, такой праздник, атмосфера праздника постоянного. Да. Это все будет происходить, конечно, с мерами безопасности, как всегда, социальные дистанции, наверное, с масками, потому что пока что непонятно, когда это все закончится. Дубай Фитнес Челлендж, тоже такая интересная у нас инициатива, она изначально началась в 2017 году по приказу его высочества шейха Хамдана, вот этого самого молодого шейха, да, наверняка вы его все видели на фотографиях, и, может быть, кто-то следит за его социальными, за его социальными сетями. Так вот, собственно, в течение этого месяца Дубай превращается в один такой большой спортивный зал. То есть очень много различных бесплатных занятий, про йоги, там, не знаю, хит, пилатес и так далее, проводится в парках, на крышах каких-то домов, в каких-то интересных местах. Это все очень интересно. Если туристы приезжают в это время, очень рекомендую сходить. Вот хотя бы просто почувствовать атмосферу. Вы это не пропустите, это везде реклама будет висеть, просто вводите Дубай Фитнес Челлендж. Календарь они еще, по-моему, не опубликовали, но он скоро будет готов. Дубай Фитнес Челлендж. То есть основной посыл этого мероприятия заключается в том, что тренируйся 30 минут в день, в течение 30 дней, и это станет твоей привычкой, это войдет в твою привычку. Да? Так вот, тренироваться не обязательно будет. Поднимать гантели, да, или там, бегать интенсивно. Можно помедитировать, можно прогуляться в парке, выгулить собаку, не знаю, какие-то такие моменты, поэтому я очень рекомендую вам попасть. Профи Тревел, пожалуйста, отправьте еще ссылку на Дубай Эксперт. Там люди спрашивали, буду благодарна, если вы просто отправите ссылочку. Так, далее. А ну вот, собственно, у нас с вами видеогид, можно зайти на вот эту ссылку. В общем, этот слайд тоже сфотографируйте его, с него нельзя скопировать, да, но сфотографируйте, это основная информация по всем нашим каналам, наши социальные сети и так далее. Заходите, кому интересно изучать больше про Дубай. Особенно вот очень вас всех, пожалуйста, прошу, зарегистрируйтесь на медиатеке dubaitourism.getbinder.com/login. Там огромное количество фотографий, огромное количество видеороликов, огромное количество пресс-релизов и другой полезной информации. Для чего вам это нужно? Да? Захотели вы сделать, у всех у вас наверняка есть WhatsApp-группы, Viber-группы, Telegram-каналы, что еще? Рассылки вы, может быть, персональные делаете, в постоянном контакте с клиентами находитесь, да, в группе ВКонтакте, ну, и вам для этого нужен контент, да, вы не можете просто так взять и там, написать, да, для этого нужна аудио, видео, визуальная составляющая. Не надо искать на Гугле, ребят, пожалуйста, да, не надо там старые фотки, особенно вот бывшие арабы, выкладывать их, там, пальмы, на которые даже Атлантиса нет. Поэтому, пожалуйста, заходите на медиатеку, пользуйтесь. Мы все сделали для вас, чтобы вы
просто пользовались. Заходите, там мы постоянно обновляем, добавляем, там нужно просто зарегистрироваться, имейл, пароль, ну, как всегда, все стандартно, и скачивайте настоящие фотографии, обновленные, да, а не дубайской пальмы Джумейра, да, 10 лет назад, потому что это действительно важно. Так, супер. У нас осталось 9 минут, ну, уже говорила, приоритеты благосостояния населения, гостей, да, посещающих Эмираты, остается приоритетом и будет оставаться. Объединенные Арабские Эмираты – одна из самых безопасных стран в мире. Мы не хотим отказываться от этого статуса и придерживаемся его ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Ну все, спасибо. Вот мои контакты еще раз. Вот email, да, DTCM, нижнее подчеркивание, russian@dubaitourism.ie. Сайт, Instagram, уже были эти слайды. И давайте посмотрим с вами еще одно видео. Оно у нас самое новенькое, оно как раз на медиатеке есть. Там 30 секунд, 60 секунд, 90 секунд, поэтому выбирайте. Там есть с надписями, есть без надписей. Смотря для чего вам это нужно. Так, оп, не то. А, я его не вижу почему-то. Так, команда профи. Я вам отправляла еще третье видео. Я почему-то не вижу. Сейчас разберемся. Супер. Оно было в такой длинной ссылке. Leave your story называется. Расскажи свою историю. Сейчас, пока ждем. Давайте я посмотрю. Расскажите про новый небоскреб. Какой новый небоскреб? Вы имеете в виду про вот, вот это вот здание, которое выше Бурдж-Халифы? Оно называется Dubai Creek Harbor. Да, Harbor – это у нас гавань, Creek – это устье реки. Оно находится в старой части города. Сейчас идут работы по построению фундамента. Оно будет готово, я думаю, к 2022-2023 году. Оно не будет строиться как Бурдж-Халифа вот, в течение там, скольки лет. 8 или 9, если я не ошибаюсь, да, хотя самое высокое здание в мире, оно быстрее построится, объясняю почему. Потому что Бурдж-Халифа – это первые 40 этажей, это отель «Армани», далее у нас резиденция еще, да, в которых живут люди, далее у нас еще там офисы, да, каких-то крутых компаний, которых, есть возможности арендовать офис. И далее там еще на 420 на 125-м этаже, 124-м, 125-м, 152-м этажах обзорные площадки. Это мультифункциональное здание. Его нельзя просто взять вот так вот и построить. Поэтому потребовалось достаточно большое количество времени. Хотя один этаж они строили за неделю. Вы помните, да, все эти истории. Так вот, а Dubai Creek Harbor, ну, быстрее намного построить, потому что там будет три обзорных площадки, пониже, средняя и самая высокая, да, и все. И на первом этаже будет небольшой молл. Вот и все. То есть его достаточно быстро построить. Главное сделать фундамент, на котором сейчас, собственно, и идут во всю работу. Я там неоднократно проезжала и видела, что действительно работы идут. Ну, вы знаете, в Дубае все очень быстро строят, на самом деле. И оно будет укреплено на тросах таких, да, чтобы оно не гуляло вот так вот. Хотя шпиль Бурдж-Халифа, он раскачивается на 3 метра, если сильный ветер. Ну, если ветер 50 км в час, то вы представляете, там шпиль сам ходит со дном. А вот Dubai Creek Harbor, его, получается, укрепляют вот на таких тросах. То есть даже если будет ветер, никуда оно не улетело. Но на самом деле это не новая идея конструкции. Уже такие конструкции раньше строили, просто Дубай замахнулся. И даже точной высоты еще неизвестно. Вот, потом, ну, это, для этого уже на эту тему отдельно можно с вами говорить. Итак, давайте посмотрим. Так, сейчас, секундочку, что мы тут... Я еще пропустила. Презентация. Национальный, в ноябре какой-то национальный праздник в Дубае. Да, Дарья, есть национальный праздник в Дубае. Он у нас 30 ноября по 2 декабря. В это время, как правило, раньше отели все были заняты, да, то есть это прям такие народные гуляния. Все эмираты гордятся своей страной. Вы знаете, вот небольшую предысторию расскажу, думаю, интересно будет. Первый, вот только начала я работать на визе Дубай,
у нас был какой-то очередной тренинг, и, ну, и в начале тренинга, да, нам нужно представиться, сказать, какие хобби у вас, да, и был такой вопрос, с кем из известных личностей вы бы хотели когда-нибудь встретиться. И вот, знаете, ну, наши европейцы, американцы все такие там, хотят встретиться с Мадонной, с Джастин Тимберлейком, там, я не знаю, с Роналду и так далее, то есть какие-то такие медиа-личности все назвали, я в том числе, а все эмиратцы, я вам клянусь, они все сказали вот в одно слово, что они хотят увидеться с главным правителем, господином Аль-Мактумом, да, его величество, правителем Дубая. То есть для них это идеал, это лидер, и все остальное для них это уже посредственно. То есть у них настолько любовь к правительству, да, потому что за 50-60 лет они сделали из пустыни вот это, да, вот это. Поэтому такой интересный момент. Да, национальные праздники, в общем, с 30 ноября где-то по 5 вот так вот, декабря. В это время, как правило, раньше отели были перегружены, цены немножко взлетали, но в этом году мы не знаем, что будет. Да? Все меняется ежедневно. Это не день шейха, да, это национальный праздник. А с какого числа фитнес-челлендж? Фитнес-челлендж с 30 октября по 25 ноября. Да? Что еще? Еще быстренько. Если пройти Дубай Эксперт, то можно еще получить выиграть в следующем году. Надежда, будем в следующем году что-то подобное делать. Да? Пока нам нужно всех тех, кто выиграл, 150 человек, привести. Поэтому на следующий год просто следите за обновлениями Экспо. Это наши большие друзья, мы с ними постоянно работаем, что-то новое, креативное пытаемся для вас придумать. Будем стараться. Так. Ну, вроде бы все, я ответила. Если не ответила, то, пожалуйста, напомните мне. Все. Давайте смотрим видео, leave your story, расскажи свою историю. И самая новинка, его еще, его только на той неделе мы запустили, поэтому вы, собственно, одними из первых его посмотрите. Эксклюзивчик. Так, ну и как обещала, вот покажу вам, стараюсь показать вот хотя бы частично море, да, вот оно там, это небоскребы Princess Towers на Марине, ну и давайте закругляться, спасибо вам большое за внимание, спасибо, что задавали вопросы, и прошу прощения, если на что-то я не смогла ответить, ну, очень старалась, заходите на наш сайт Visit Dubai. В Инстаграме мы, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере. Ну, все каналы, да, большинство из них есть на русском языке. Пишите, звоните, контакты у вас есть, и будем на связи. И уверена, что будем еще с вами общаться на площадках Profi Travel или где-то на Visit Dubai. Спасибо большое. Так. Почта глючная. Ну, давайте я вам свою личную дам. Да, вот отправьте на мою личную почту. Если никто меня не будет спамить, на нее точно отправится. Может, у вас что-то с почтой, кстати. Разберемся с вами. Да? Кого там не доставляется. Может быть, что-то с сервером. Спасибо большое. Да, мне тоже было интересно с вами общаться. Валентина, спасибо за чудесный эфир. Да, всем желаю отличного настроения, продавайте путевки в Дубае, и услышимся с вами в следующий раз. Всего, до свидания.